посмотрите, вам даже сейчас, вы взяли за это. Вы обязаны этого ферзя поставить сюда, понимаете? Потому что вы взяли это за это. Слушаю вас. Все, идите. Расставьте там. Фигурки расставьте. Маша, ну как ты увидела вдруг сразу, что так нельзя ходить? Я думала, ты прозеваешь. Потому что лес, он стоит здесь под конем. Он хотел убрать коня, кольца, ферзя и неверный ход у него, потому что ему шаг. Ну и сколько у тебя теперь очков? 3,5. 3,5 очков? Ну, вот. 3. У нее было 2,5. Я помню. Теперь 3,5.